Кишиневском аэропорту местные журналисты особое внимание уделяют представителям Шерифа, а именно главному тренеру нашей команды Зорану Зайкичу и нескольким нашим игрокам. Но сейчас на часах 10:30, процедура регистрации на рейс уже началась. Последуем и мы этому примеру. Несколько минут назад мы приземлились в аэропорту Стамбула. Здесь команда пробудет более 3 часов, а затем на другом самолете отправится в Анталию, где в свою очередь на автобусе доберется до Белика. И новости из стана команды. Здесь, в Стамбуле, к нам присоединился Бенджамин Балима, который находился в расположении сборной Буркина-Фасо. Ну что ж, welcome, Бенджамин!